Река Куболта может исчезнуть с карты Молдовы. Последние годы уровень воды в ней только падает, пойма заболочена. А на участке в одноименном селе Сенжирейского района, где река наиболее широка, несколько недель назад массово погибла рыба. На месте побывали экологи, но результаты экспертизы пока не готовы. Домой рыбак ушел ни с чем. По его словам, река никогда не была в таком катастрофическом состоянии, как сейчас. В этом году страшно. Грязь, водоросли и воды нет. Жители села Куболта рассказывают, что несколько лет назад воды в реке было по грудь, а сейчас едва доходит до колена. К тому же в ней развелись водоросли. Летом запах невыносимый. Очень тяжело, особенно в жару. Спим с закрытыми окнами. Река находится в ведении агентства «Апели Молдовии». Мэр села Алексей Сырбу жалуется, что русло не чистили с советских времен, а к его просьбам о помощи профильные чиновники глухи. Ответ всегда один и тот же – нет финансовых средств. Но если не принять радикальных мер, река исчезнет. Время от времени селяне чистят реку собственными силами, но эффект кратковременный. Это практически невозможно сделать без специальной техники, а она, как я догадываюсь, довольно дорогая. Мы обратились за комментарием в Апели Молдовии. Директор агентства Андрей Антоневич порекомендовал нам отправить письменный запрос. Ответа на него мы пока не получили.